Всем привет! С вами Алина и мои честные обзоры на мои же покупочки. Просто моя жизнь. Вот вам обещала показать пионы. Расцвели пионы. У нас каждый день идут дожди. Сами понимаете, что долго они не простоят. Тем более пионы, они мало цветут. У них короткая жизнь, как говорится. Но все-таки я дождалась. Сейчас я вам покажу вблизи. Запах шикарный, превосходный. Я очень довольна и вообще очень люблю цветы. И мои подписчики знают, или гости моего канала, что я цветы люблю только на клумбах. Я их никогда не срезаю. Ну что, сейчас вам покажу такую красоту. Боже мой, как вкусно пахнет. Вот, вблизи. Их достаточно много. Но в этом году как-то они не такие уж крупноватые. Но все равно. Это два куста у меня. Кусты взрослые. Им лет 11, наверное. Вот такой сетки они у меня стоят прекрасно. Ничего не ломается. Хоть дожди, я вам говорю. Идут каждый день. Каждый день даже топлю печку. Подтапливаю. Ну вот такой большой. Ну вот он завтра уже осыпется. И вот распустился. В прошлом году он был белый, как я помню. Сейчас он такой какой-то молочный, даже не знаю. Ну, красивый тоже. И вот завтра распустится. Ну, он будет только три, как я вижу. Но все равно красиво. Вот такая красота. У меня сейчас цветет. И птички поют. Ну вот, дорогие мои, я вам показала свое детище, можно сказать. Очень люблю цветы. Поделилась с этой красотой. Ну как невозможно любить такие красивые цветы. Ну, маленькое такое видео получилось в этот раз. С вами была Алина. Мои честные обзоры на моей же покупочке. И просто моя жизнь. Не забудьте поставить пальчик вверх, подписаться. Ну все, пока-пока, до новых встреч. А я буду любоваться цветами своими. Потому что завтра уже такой красоты не будет. Надо наслаждаться каждой секундой. Ну все, пока-пока.